По меньшей мере 8 человек погибли в результате ракетного удара по Подольскому району Киева. Уничтожен крупный торговый центр, пострадали 6 жилых домов. 3 из них больше непригодны для жизни, сообщает городская администрация. В Киеве до среды объявлен комендантский час. В своем обращении к странам мира президент Украины Владимир Зеленский напомнил, как звучит сигнал воздушной тревоги. И вновь призвал ужесточить санкции против России. Не спонсоруйте. Будь ласка. Не спонсируйте, пожалуйста, военную машину этой страны, России. Ни одного евро оккупантам. Закройте для них все ваши порты. Не поставляйте товары. Отказывайтесь от российских энергоносителей. Давите, чтобы Россия ушла с Украины. Украинские власти обвиняют Россию также в обстреле химического завода в городе Сумы. Там произошла утечка аммиака, которая представляла серьезную угрозу для местных жителей. Москва эти претензии отвергает и заявляет, что российские военные не наносят ударов по химическим предприятиям и гражданским объектам. В городе Сумы ночью была реализована спланированная провокация украинских националистов, о которой несколько дней назад официально предупреждала Минобороны России. Российское министерство обороны тем временем заявляет о дальнейшем продвижении своих сил в Сумской области и о захвате новых населенных пунктов. В офисе президента Украины, в свою очередь, утверждают, что Россия потеряла 3 ударных армии и не может продолжать наступление, а ведет лишь тактические действия и накапливает резервы. В Москве заявляют о крупных потерях украинских вооруженных сил. Обе стороны официально данные об убитых, раненых и захваченных в плен военнослужащих не раскрывают. Thank you.